случайный. При нападении на подмосковный пост ДПС полицейский умер в больнице. Он получил тяжелые травмы. Один из преступников ударил его по голове топором. Врачи института Склифосовского почти две недели боролись за жизнь 45-летнего Михаила Балакина, но спасти его не удалось. Коллега погибшего, лейтенант полиции Николай Дрозд, сейчас в больнице с ранением грудной клетки. Его состояние стабильное. Двое молодых людей, напомню, напали на пост ДПС в середине августа. Сначала долго наблюдали за инспекторами, а после один из преступников ударил полицейского топором, а второй открыл огонь. Нападавших ликвидировали во время задержания.